Друзья, всем привет, с вами Яков, я вас рад поприветствовать на своем канале. И в сегодняшнем видео я вам покажу все трансмоги, которые появятся в патче 2.6.0, что касается именно некроманта. То есть сейчас перед вашими глазами появится вся картинка, визуальная картинка, которая будет существовать у некроманта. Что касается его экипировки, что касается его оружия, что одноручных кост, что двуручных филактерий, а также нового щита. Если это вам интересно, то присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Ну что ж, поехали! Thank you.
Но на этом моменте я свое видео буду заканчивать. Если вам всякие нравятся плюшки или трансмагрификация, то я надеюсь, это видео тоже вам понравилось. Также хочу сообщить, что завтра 12 мая, ну или сегодня 12 мая, ну или уже было 12 мая, но в зависимости от того момента, когда вы смотрите данный ролик, я буду проводить стрим. Стрим будет начинаться в 23:00 по московскому времени. Трансляция будет идти на две площадки, что YouTube, а также Twitch. Так что кому будет интересно посмотреть, пожалуйста, милости просим. Но мне с вами остается попрощаться, пожелать вам удачи. А кому еще интересно посмотреть на новые трансмоги Некроманта, я вам дам такую возможность под такую легкую и спокойную музычку. Приятного просмотра, друзья! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!